Футбольный клуб «Тверь» потерпел первое поражение в этом календарном году. В матче 22-го тура команда Вадима Гаранина уступила «Зениту-2» из Санкт-Петербурга. Встреча проходила на Тверском стадионе «Юность» и по большей части представляла собой поединок, что называется, от ножа и без центра поля. Обоюдные шансы выйти вперед имели обе команды, однако долгое время счет на табло оставался ничейным 0-0. Лишь последние 10 минут матча гости сумели таки забить гол в ворота Твери. К сожалению, отыграться команда Гаранина не смогла. 0-1, и клуб из столицы Верхневолжья опустился на 4-е место в турнирной таблице группы 2 профессиональной футбольной лиги. Что-то получалось, что-то не получалось. Наверное, я не люблю говорить там, как там, фантазировать, ничейная игра, не ничейная игра. Ну, наверное, чуть-чуть другой бы для нас мог бы быть и результат, но опять все, что случилось, к сожалению, уже ничего не вернуть. Все равно старались, играли, хотели очень порадовать наших болельщиков. К сожалению, получилось так, как получилось.